На левом берегу Днепра ВСУ поднимает украинский флаг. В Крыму взрывается сухая трава. Западные Балканы отплывают в Евросоюз. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Что происходит в Крыму и почему оккупанты не могут скрыть правду? Эти все вещи, все эти действия наши, они, в общем-то, уже имеют прямое, скажем, такое назначение, как дистанционная деоккупация Крыма. Украина объявляет эвакуацию детей из некоторых населенных пунктов Запорожской области. За несвідомості, халатності батьків, перш за все, страждали діти. Тому ми і вирішили, що це рішення має бути прийнято і щодо обов'язкової евакуації. Іспанія не готова миритися з російськими угрозами. Мы не можем принять, мы не можем терпеть угрозы и оскорбления со стороны России в адрес высокого представителя. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие. Не забудьте подписаться на наши каналы, не забудьте поставить лайк этому видео и оставить свой комментарий, чтобы мы понимали ваше отношение ко всему, что происходит. Ну а пока начнем с новостей. На левом берегу Днепра, недалеко от Олешек, бойцы вооруженных сил Украины подняли украинский флаг. Флаг поднят между Антоновкой и Олешками. А местное издание «Мост» пишет, что место это называется «Кооператив Шляховик». Вместе с тем, тоже на южном направлении, из Токмака, россияне вывозят оккупационную администрацию. Об этом пишет мэр Мелитополя. Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут в стонущего российского корабля. По сообщениям жителей, местная оккупационная власть на низком старте ее перевозят в другой город. Взрывы звучали и в оккупированном Крыму, в селе Оленевка на западе Крыма. На спутниковых снимках видны неизвестные объекты и следы от автомобильной техники. Даже спутники НАСА зафиксировали возгорание. Но оккупанты говорят, что это горит сухая трава. Крым такая территория за 9, уже 10-й год. Люди... В общем-то, мониторят до деталей все, что происходит. И то, что высадился, скажем так, небольшой наш десант в Черноморском районе. И эти все вещи, все эти действия наши, они, в общем-то, уже имеют прямое, скажем, такое назначение, как дистанционная деоккупация Крыма. И нам это надо продолжать. Продолжать, и в первую очередь нужно... Все ждут, кстати, не только в Украине, это и партнеры ждут, и самое главное, в Крыму ждут, несмотря на насколько это осложнит ситуацию для наших граждан, но ждут руйнования, уничтожения вот этого российского моста, который они построили на нашу территорию Крым. Да? Вот все этого ждут, потому что... Как бы это будет символизировать смерть Кощея в его игле. Да? Вертолет ФСБ в Челябинской области потерпел крушение. По разным оценкам, 3 или 4 члена экипажа погибли. Губернатор области пишет, что никто не пострадал на земле. В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли 3 человека. В Брянской области звучала сирена воздушной тревоги. Российские паблики пишут, что велся обстрел Климовского района области. Губернатор пишет, что обстреливают ВСУ и что есть погибшие. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали 5 мирных жителей, в том числе дети. Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение. Украина объявляет эвакуацию детей из Запорожской области. Об этом пишет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Речь идет о городе Гуляй-Поле, поселке городского типа Степногорск, а также деревнях Преображенка, Егоровка, Новопавловка. Инициатива исходила от областной администрации.
У нас зараз вже починається процес евакуації. Як було правильно сказано, що це є 54 дитини та 67 супроводжуючих членів сім'ї. Тобто у нас на сьогоднішній день необхідно 121 особу вивезти. Це один населений пункт, як в Васильівському районі, і також 4 населених пункти в Пологівському районі. Ситуація, яка у нас складається, а це в середньому десь 100-120 пострілів на день, і це якраз ті населені пункти, яким просто попадають постійно під вогнем. Більш того, враховуючи той факт, що інформаційна наша кампанія, яку ми розпочинали, яка постійно проводилась, вона не давала результатів, і за несвідомості, халатності батьків, перш за все, страждали діти. Тому ми і вирішили, що це рішення має бути прийнято і щодо обов'язкової евакуації. Европейский Союз должен ускорить интеграцию Западных Балкан до 2030 года. Европейский Союз нуждается в Западных Балканах больше, чем Западные Балканы нуждаются в европейском членстве, так говорит министр иностранных дел Венгрии. Я считаю, что первым важным шагом по реформированию ЕС должно быть понимание того, как мы можем быть больше и сильнее. А как мы можем стать больше и сильнее? Если будет больше стран, которые станут членами Европейского Союза. Поэтому я думаю, что здесь расширение просто необходимо. Расширение должно быть ускорено настолько, насколько это возможно. Вчера мы слышали 2030 год. Хорошо, но почему не завтра? Так что же нас удерживает от того, чтобы сказать, что сейчас мы должны включить всех западно-балканских кандидатов в Европейский Союз, а не ждать до 2030 года? Давайте откроем все главы. Это очень плохой показатель за последние годы, потому что мы не смогли открыть главы с кандидатами за последние годы. Мы должны открыть главы и закрыть их как можно скорее. Мы должны включить Западные Балканы, и с Западными Балканами мы станем больше. Мы будем сильнее. У нас будет гораздо больше экономических возможностей, возможностей для экономического сотрудничества. С точки зрения энергетической безопасности, они сейчас являются наиболее важной транзитной зоной, по крайней мере, в центральную часть Европы. И тогда будет совершенно не нужно плакать об инициативе или намерении других, не из ЕС, быть вовлеченными в Западные Балканы. Потому что пока мы не в состоянии интегрировать Западные Балканы, все другие заинтересованные стороны, вы знаете, кто бы ни был, будут сильно вовлечены и захотят быть сильно вовлеченными. И тогда мы не сможем плакать об этом. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил накануне на форуме в Словении, что Европейский Союз должен быть готов к приему новых стран-членов к 2030 году. 6 западно-балканских государств – это Албания, Босния, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия находятся на разных стадиях процесса присоединения к блоку. Как это видит Сиарта, пока непонятно. Испания не готова мириться с постоянной российской угрозой, не может мириться с угрозами и оскорблениями России в адрес высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, а также говорит, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину. Мы не можем терпеть угрозы и оскорбления со стороны России в адрес высокого представителя. Когда они оскорбляют высокого представителя, они оскорбляют всех европейских граждан. Мы не можем с этим мириться. Мы поддерживаем Украину и будем продолжать поддерживать ее, потому что, поддерживая Украину, мы поддерживаем ценности мира, свободы и демократии, а это очень важно для нас. Повторные ракетные пуски Северной Кореи представляют угрозу региональной безопасности. Вторая попытка Пхеньяна вывести на орбиту спутник-шпион закончилась неудачей, после того, как на третьей ступени ракетоносителя возникли неполадки, сообщили государственные корейские СМИ. А власти пообещали повторить попытку в октябре. Первая попытка, предпринятая в мае, тоже закончилась неудачей, когда еще одна ракета упала в море. Сегодня Северная Корея запустила спутник, используя технологию баллистической ракеты. На данный момент у нас нет сообщений о повреждениях. Мы выясняем, является ли это спутником или нет. По нашим оценкам, первый запуск пролетел в небе над Окинавой в направлении Тихого океана.
Даже если целью этого запуска является спутник, он противоречит резолюции ООН, которая запрещает Северной Корее запускать что-либо с использованием технологии баллистических ракет. Это серьезная проблема, затрагивающая безопасность японцев. Механизм гражданской обороны Европейского Союза направил в Грецию 12 самолетов, 400 пожарных и 60 автомобилей для оказания помощи в ликвидации крупнейшего лесного пожара, когда-либо зарегистрированного на территории ЕС. В настоящее время Европейская комиссия координирует усилия по оказанию помощи по различным направлениям через механизм гражданской защиты ЕС по всей Европе. Так, в частности, в греческом регионе Александрополис мы столкнулись с крупнейшим лесным пожаром, когда-либо зарегистрированным в ЕС. В связи с этим мы мобилизовали 12 самолетов из нашего спасательного флота, а также более 400 пожарных и 60 автомобилей. Кроме того, спутниковая система ЕС «Коперникус» выпустила 20 карт пострадавших районов. Разумеется, эта мобилизация проводится в дополнение к крупномасштабной операции, проведенной в прошлом месяце в Греции, в которой было задействовано 9 самолетов, более 500 пожарных и более 100 автомобилей, опять же в рамках механизма гражданской обороны ЕС. Хотя летние лесные пожары – обычное явление для Греции, правительство утверждает, что в этом году условия, которые ученые связывают с изменением климата, сделали их более интенсивными. Уже погибло по меньшей мере 20 человек. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие, жду ваших лайков, репостов и комментариев, как обычно. Хочу знать все, что вы думаете обо всем этом. Это важно для того, чтобы нас становилось больше в том числе, и нужно еще и подписаться на наши каналы. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.